фантом. Немецкий четырехмоторный военно-транспортный самолет «Арадо-332» представляет собой свободно несущий моноплан металлической конструкции с высоким расположением крыла и двухкилевым оперением, укрепленным на хвостовой балке. Самолет имеет два шасси – трехколесное убирающееся и многоколесное вездеходное неубирающееся. Экипаж самолета состоит из 5 человек. «Арадо-332» специально спроектирован для перевозки крупногабаритных грузов и вооружения, а также воздушного десанта. Это обеспечивается наличием вместительного грузового отсека длиной 10 метров, при ширине 2,5 метра и высоте 2 метра, а также большими размерами грузового люка. Общая длина самолета 22,5 метра, при длине фюзеляжа 14 метров. Размах крыла самолета 35 метров. Площадь крыла 145 квадратных метров. Полетный вес самолета около 18 тонн при полезной нагрузке 6600 килограммов. Изображение слона, сделанное на борту фюзеляжа и стилизованное в виде схемы данного самолета, как бы символизирует сходство его с этим животным. Осмотр остатков аварийного самолета «Арадо-332» дает некоторое представление об его конструкции. Сохранился фюзеляж самолета с хвостовой балкой, органы приземления, часть оперения и крыльев. Двухлонжеронное крыло с работающей дюралевой обшивкой состоит из трех частей. Центроплана, выполненного заодно с фюзеляжем и несущего на себе все 4 мотора, и двух отъемных консолей. По всему размаху крыла проходит щиток шириной около 40% хорды крыла, который, выдвигаясь, значительно увеличивает площадь крыла и повышает диапазон скоростей самолета. Опускаясь, щиток работает как обычный закрылок. Фюзеляж дюралевый полумонокок. В остекленной носовой части фюзеляжа расположена кабина экипажа. Сиденье двух летчиков размещается рядом в передней части кабины. Непосредственно за ними укреплены сиденья стрелка-радиста и штурмана. Вся остальная часть фюзеляжа, отделенная от кабины пилотов перегородкой, представляет собой грузовой отсек. Для входа в самолет служит дверь в левом борту фюзеляжа. Погрузка и выгрузка грузов в грузовой отсек производится через заднюю часть фюзеляжа. По потолку грузового отсека проложен монорельс, по которому передвигается таль грузоподъемностью до 2000 килограммов. В полу и стенах грузового отсека имеются ушки для крепления грузов. Для размещения десанта вдоль бортов грузового отсека укреплены откидывающиеся сиденья на 24 человека. Дюралевое хвостовое оперение с двумя килями прямоугольной формы укреплено на специальной балке. Самолет «Арадо-332» имеет необычное шасси. Основное шасси трехколесного типа, убирающееся в полете при помощи гидравлической системы. Стойки боковых ног служат гидравлическим домкратом для опускания самолета на многоколесное неубирающееся шасси и подъема на основное трехколесное шасси. Дополнительное вездеходное шасси состоит из 10 пар колес с пружинной амортизацией, установленных под фюзеляжем вдоль оси самолета. Оно служит для посадки самолета на неподготовленную площадку.
В этом случае боковые ноги основного шасси в укороченном положении являются боковыми опорами, предохраняющими самолет от сваливания на крыло. Погрузка и выгрузка грузов производится при стоянке самолета на многоколесном шасси. Для этого передняя нога трехколесного шасси убирается, а из стоек боковых ног стравливается давление в гидравлическом домкрате, вследствие чего они укорачиваются. Часть пола отсека откидывается на землю и образуется трап, а задняя стенка фюзеляжа поднимается к потолку грузовой кабины. В результате образуется вход внутрь грузового отсека. После окончания грузовой операции самолет устанавливается на основное шасси. Руление, взлет и посадка самолетом производится на трехколесном шасси. На самолете установлены 4 звездообразных 10-цилиндровых мотора BMW-323 воздушного охлаждения со взлетной мощностью 985 лошадиных сил каждый. Винты трехлопастные деревянные постоянных оборотов. Выхлопные коллекторы моторов снабжены специальными насадками для глушения шума и пламегашения. Масляный радиатор установлен под капотом мотора. 4 бензиновых бака емкостью по 500 литров установлены в центроплане крыла. В грузовом отсеке на специальных седлах могут быть установлены 3 дополнительных бензобака общей емкостью до 12 тысяч литров, а также дополнительный масляный бак. Это обеспечивает дальность полета самолета на 3200 километров. Самолет вооружен 6 пулеметами МГ-81 калибра 7,92 мм, каждый с боезапасом 750 патронов. 2 пулемета находятся на подвижной линзовой установке в носу фюзеляжа, 2 пулемета на верхней турели и 2 пулемета на подвижной установке под хвостовой балкой. На окнах грузового отсека имеются кронштейны, с которых стрелки десантной группы могут вести огонь из личного оружия. Бомбардировочного вооружения и броневой защиты самолет не имеет. Радиосвязь обеспечивается радиостанцией ФУК-16 и дополнительной переносной рацией. Самолет Арадо-332 имеет скорость полета около 350 км в час при высоте 4250 метров. Практический потолок самолета 6500-7000 метров.